Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы играем в Plague Evolved. Я попытаюсь получить ряд достижений, которые не были получены в предыдущих видео. Первое достижение, с которого я хочу начать, называется «Зараженная кровь». Для получения этого достижения нам нужен патоген, имеющий стандартные пути передачи, например, бактерия. В общем-то, как это достижение получается? Вроде бы как по описанию все просто. Мы должны в путях передачи выкачать распространение через кровь и через насекомых. И еще один путь передачи, который откроется после выкачивания этих двух веток. Вот здесь вот насекомые первые, вторые, кровь первая, вторая. И вот здесь вот еще что-то появится. Вот это также нужно взять. И при этом, когда мы все это возьмем, еще должно остаться достаточное количество незараженных людей. Ну и само заражение должно идти достаточно медленно, потому что неизвестно, сколько там ждать этого достижения после того, как мы это все возьмем. Поэтому я взял сложный уровень, чтобы заражались мы не так быстро. Ну что, давайте пробовать. Странно, что у меня этого достижения еще нет. Я вот думаю, неужели я не выкачивал полностью вот эти вот ветки? Наверное, дарвиниста нужно было убрать из улучшения, а то лезут мутации. Нас сейчас быстро выпалят. Но я надеюсь, мы успеем до того, как нашу болезнь вылечат. Так, вот гематофаг. Вот это вот открывается. Болезнь использует лимфоциты для размножения, повышается шанс мутации и улучшается распространение, особенно в бедных странах. Ну вот и все вроде бы. Остается только ждать. Ничего я больше не беру, увеличивающая заразность. Можно вообще откатить эти симптомы. Все равно мир заражается довольно бодро. Сейчас мы тормознем разработку лекарства немножко. Так, и ждем нашего достижения. А вот и наше достижение. Получено достижение «Зараженная кровь». Новая Гвинея. Обнаружена зараженная кровь. Штаммом нашей болезни была заражена кровь, привезенная в страну. Новая Гвинея. Вот как болезнь попала туда. Ну что ж, товарищи, поздравляю с первым достижением. Следующая серия, целое достижений. Снова касается вируса некро. Оказывается, много достижений у нас не получено, играя за этот патоген. Так, берем простой уровень сложности.
мы не получили много достижений, связанных, ну, в общем, с какими-то комбо. Когда парочка каких-то умений, либо тройка, дает какое-то комбо. Сейчас мы здесь немножко разовьемся, я про них как раз расскажу. Так, берем второй воздух. В общем, нам нужны достижения. Что за птица? Для этого нам нужна передача через летучих мышей и вампиризм. Дальше комбо-танк. Нужен анаболический форсаж и костная дисплазия какая-то. Не уверен, что правильно произношу. Следующая комбо — сезон купания. Нужна полифагия, аутофагия и каннибализм. Следующее достижение — работой головой. Нам нужен воздух третий в путях передачи и черепной элефантиаз. Эти симптомы появятся, когда начнутся непосредственно зомби. Еще есть комбо-бумер. Нам нужен автотесс и влажный некроз. Так, вот берем занозный сдвиг и здесь летучие мыши. Берем пока первых, потому что вторые летучие мыши дают какую-то летальность и нас будут выпаливать раньше времени. Давайте попробуем распространиться сначала. Немножко. Так, бессонница. Нет, нам эта ветка не нужна. Нам нужна будет другая ветка. Как раз там каннибализм и прочее. Неплохо начали. Хорошо. Так, давайте начнем, пожалуй. Обильное слюноотделение. Вот нам нужна полифагия. Нам нужна аутофагия. Чё все так дорого-то? Черт подери. 24 очка. Так, и нам нужен каннибализм. Вот он, третий симптом для получения достижения сезон купания. Берем. Здесь еще какая-то мутация была. Теперь можно брать вторых летучих мышей, наверное. Ну или самих зомби. У нас очки не идут. Нам нужно, чтобы зомби появились. Тогда хотя бы очков нам подкинут. Давайте зомби брать. Thank you.
Так, вторые летучие мыши нам нужны. И здесь нам в анаэробное оживление нужно идти. Так, вот какие-то очки пошли. Так, воздух 3 пока не появился. Возможно, нужна вторая кровь. Я не уверен, а возможно и нет. Так, вот сейчас нам очков подкинут. Так, нам нужен черепной лифантиаз, костная дисплазия. Еще много чего. Так, давайте по порядочку. Возможно, не удастся получить все достижения прям за этот заход. Так, мы выполнили условия для комбо-сезон купания. Это полифагия, аутофагия и каннибализм. Давайте проверим. Полифагия, аутофагия, каннибализм. Хорошо. Возможно... Ну, хер его знает. Лекарство-то уже разработано. Я не знаю, это сработает или нет. Дальше смотрим. Что за птица? Нам нужен летучие мыши первые, вторые и вампиризм. А вампиризм, он где-то вот здесь вот. Дальше черепной элефантиаз и третий воздух нам нужен. Хорошо. Вот он, вампиризм. Так, но проблема, у нас нет очков. И пока ничего мы не получили из достижений, тем не менее. Так, берем вампиризм. Так, летучие мыши 2, вампиризм. Есть одно. Так, костная дисплазия, нужен анаболический форсаж. Он где-то здесь. Так, полифагия, аутофагия, каннибализм. Есть такое. Черепной элефантиаз и воздух 3. Короче, либо сюда идти, либо сюда. Ладно, я понял. Но очков уже не будет. Наверное. Двадцать пять, 17, вот воздух 3, 15 очков. Пока никаких комбо нет, хотя вроде все условия выполнены. Волна выбросила на пляж гниющего зомби. Хорошо. Так, вот воздух третий берем. А, выбросила на пляж зомби. Вот так он в Исландию проник. Прикольно. Вот комбо летучие мыши-вампиры. Получено достижение, что за птица, сука. Хотя, по-моему, с английского там переводится, там вопрос должен быть, это птица или что, блядь? Ну да ладно. Летучие мыши стали зависимыми от человеческой крови, что увеличило частоту и тяжесть их атак. Эти атаки также предупреждают зомби о присутствии людей. Хорошо, так что за птица есть, комбо?
Сейчас просто игра уже закончится, потому что зомби вымрут. А вот второе достижение – работай головой. Комбо-дисперсия черепа. Черепной элефантиаз увеличивает давление на мозг. Тяжелые травмы головы вызывают быстрый выброс аэрозолированного серого вещества мозга, что повышает шансы на заражение. Хорошо. Так, работай головой. Что за птица? А сезон купания у нас что? У нас как бы зомби только в Исландии остались. Так, ну вот зомби вымерли. Так, два только достижения мы смогли получить. Хорошо. Давайте переигрываем. Так, значит, что у нас были за комбо? Что за птица? Это через летучих мышей. И работай головой. Это через воздух 3. И черепной элефантиаз. Значит, да. Значит, тут можно особо-то не вкладываться теперь в пути передачи. Ну так вот, по бедным странам пройтись чуть-чуть можно, и все. Да и первый воздух можно взять, в принципе. Все, идем бомбить сюда. Симптомы. Так, полифагия, аутофагия и каннибализм. Черт подери, может где-нибудь там ошибка в описании. Берем аутофагию. Так, каннибализм. Может, достижение должно сработать до того, как зомби появятся? Этот я не знаю, конечно. Просто все эти вот три симптома, полифагия, аутофагия и каннибализм, дают неплохой бонус к заразности. И у нас здесь все прет. Так, мы пока ждем.
пока ни хера комбо это не срабатывает. Так. Ну что ж, идем в зомби, делать нам нечего. Так. Костная дисплазия, нам нужен и анаболический форсаж. Костная дисплазия я вижу, а анаболический форсаж, наверное, вот где-то вот здесь внизу. Сосредоточимся вот сначала на комбо-танк. Да, вот он, анаболический форсаж. Так, готовы у нас симптомы для комбо-танк. Анаболический форсаж и вот это вот дело. Так, полифагия, атофагия, каннибализм, блять, ну вот взятые, но почему-то не работают второй раз. Так, еще можно попробовать взять комбо-бумер. Для этого нам нужен автотез и влажный некроз. Автотез, по-моему, вот здесь где-то, внизу. А влажный некроз это вот он. Это как раз умение, а не симптом. Так, 31 очко, в общем, много. Да, вот он, автотез. Взрывоопасная смесь сероводорода и метана собирается в зомби. Значительно увеличивается тяжесть вируса, и зомби получает боевое преимущество. А влажный некроз. Реанимированные зомби имеют частично сжиженные внутренние органы, которые легко разрываются. Оживленные зомби получают преимущество в бою. Так, и здесь... Костная дисплазия. Увеличение плотности костной ткани обеспечивает повышенную защиту от травм. Дает зомби значительное преимущество в бою. Так. Анаболический форсаж. Вот с этим комбиться. Повышенный уровень тестостерона значительно увеличит мышечную массу и вес некоторых зомби. Значительно повышается тяжесть болезни. Так, короче, ладно. Ждем достижений. Как минимум двух, и третья, которая непонятно почему у нас не получается. Возможно, я что-то упустил. Получено достижение бумер. Автотез и разжижение некроза заставляют некоторых зомби взрываться при возбуждении, сука. Покрывая окружающее пространство инфекционной слизью, увеличивается тяжесть болезни. Хорошо. Резкое похолодание в стране Украина, да? А мы вот так вот подбодрим. А это патоген выживает, да? Но мы вот так вот сделаем, чтобы зомби наши держались-то получше. Да и вот так вот. Куча мертвого народа. Ни хера себе, сколько они всего... 3 миллиона зомби мы поднимаем.
Китай. Поднимем зомби в Китае. А здесь 114 миллионов мы подняли. Поднимем везде зомби. А, Исландия не заражена вообще, да? В Индии поднимем зомби. Так, вот он у нас комбо-танк. Анаболический форсаж и костная дисплазия значительно увеличивает массу тела и силу некоторых зомби. Увеличивается тяжесть болезни. Так, ну что ж, еще два достижения мы получили. Хорошо. Так, придется нам, наверное, опять заново начать, чтобы получить вот это непонятное достижение, которое у нас, в общем, называется сезон купания. Из полифагии, аутофагии и каннибализма. Сейчас я вот сначала уточню, в чем там может быть дело. Так, почитал я про это достижение, которое сезон купания. Вроде никакого подвоха нет. Все описания говорят, что достаточно трех этих симптомов. Давайте возьмем средний, что ли, уровень сложности, не знаю. Да и начнем откуда-нибудь еще. Для разнообразия. Возможно, просто у этого достижения маленькая вероятность появления. Черт его знает. Так, возьмем здесь кровь с первым воздухом. Пойдем в эти симптомы уже. Так, вот первое. Полифагия. Маниакальный голод вынуждает постоянно есть. Как это связано с сезоном купания, нихер пойму. Причем тут, блядь, купание? Когда там голод, каннибализм. Может, я зря Индонезию взял, у него все-таки нет сухопутных границ ни с кем. Так, ну вот, поехали. Так, каннибализм. Непреодолимое влечение к нанесению укусов, а также к поеданию других людей. Нихера себе, сколько очков все это стоит. Так, аутофагия. Тяга к укусам или частичному пожиранию собственного тела. Хорошо. Ни с чем это я не мог перепутать. Да не с чем их путать даже. Давайте вообще сохранимся вот здесь. Вообще я удалить все это хотел в пизду. Хорошо. Теперь
теперь будем играть, как обычно. О, сразу, смотрите, достижение. Получено достижение сезон купания. Комбо время купаться. Аутофагия, полифагия и каннибализм увеличивают количество ужасных нападений. Значительное увеличение заражаемости и озабоченность по поводу нашей болезни. Ну что ж, товарищи, всех поздравляю с получением достижения. Следующее достижение, которое мы попробуем получить, связано с официальным сценарием «Вирус Нипах» и называется «Спаси зверька». Так, возьму я средний уровень сложности, наверное. Так, «Вирус Нипах» — это вирус летучих мышей. Начинаем мы с Индии, без вариантов. В общем, смысл этого достижения. Какая-то тупая пизда должна завести собачку, и мы эту собачку должны, соответственно, нашим вирусом убить. Вот такая вот ситуация. Нам нужно смотреть новостную ленту и ждать сообщения, когда пизда заведет собачку. В общем, такой у нас сценарий. Собачку, конечно, жалко, а вот тупую пизду нет. Так, берем лошадей. Вот у нас собаки здесь появились, как передатчики заражения. Мутации пока будем откатывать. Сложность получения этого сценария, насколько я понял, в том, что нужное нам сообщение появляется, ну, относительно редко. И оно должно появиться только в начале. Вот на начальных стадиях, вот где-то сейчас. Но, с другой стороны, хорошо, что в начале оно должно появиться, потому что если не появится, мы просто будем переигрывать, да и все. Что-то вот в мире происходит. Вот нам нужное сообщение. Ким Шардакьян завела собачку породы ковертерьер. Хорошо, давайте тут сохранимся, что ли. Поехали. Так, еще раз откатим мутацию, потому что пока нас не выпалили, продержимся еще немножко. Так, берем вторых лошадей, собаки стоят 21. Хорошо, копим на собак. Поехали. Так, собаки. Так, теперь нам черты вот этого вируса нужно, чтобы появилось распространение кораблями и самолетами. Так, возьмем устойчивость к холоду. Откатываю симптом. Так, берем таблеточки. Светобоязнь. Все, последний раз откатываю. Дальше пускай она мутирует как хочет. Этого вируса берем.
нас нашли. Так, зараженные предметы. Патоген может выжить вне носителя и переноситься с внешних объектов. Да, вот чего коронавирусу-то не хватало. Берем зараженные предметы 2. Так, корабли берем. Самолеты берем. Так, мороз. Тормозим разработку лекарства. Так, Лу Джоу заявляет, что не похлечится. Я, конечно, точно не уверен, но, по-моему, вот это вот начало сценария, который, с помощью которого можно получить еще одно достижение. Хотя я не уверен. Давайте сохранимся, а я потом почитаю, уточню этот момент. Вдруг мы еще сможем здесь получить что-то из достижений. Давайте сохранимся. Таблеточки берем. Так, беру энцефалитный сдвиг, чтобы новые симптомы здесь открылись, всякие интересные. Так, берем нечеткость зрения, пойдем вот в эту ветку, наверное. Пока помрет собачка. Но тут менингит нам бы не помешал. Галлюцинации хорошо. Откатили они разработку лекарства. Так, берем менингит. Энцефалит тут еще прекрасен. Объявлено о работе над фильмом. Съемки фильма не похоже начались. В ролях там. Тета-тета. Так, вот какой-то сценарий развивается, вы смотрите. Еще что ли раз сохранится? Так, по-любому там есть какое-то достижение с этим делом связанное. Памяти возьмем. Так, кома хорошо. Откатывает нам разработку лекарства. О, достижение. Получено достижение отмена заразы. Работа над фильмом «Непах» прекращена. Съемки, посвященного эпидемии фильма «Непах», прекращены, поскольку актеры не способны запомнить свои реплики. Наверное, нужно было взять потерю памяти. Я так думаю. Для этого момента. Так, а мы будем ждать, пока у нас умрет собачка. Что-то вот быстро люди умирают, мне это не нравится. Давайте откатим мы менингит. И попробуем подольше продержаться с помощью вот этих пересборок ДНК. Да ёб твою мать. Что тебе, мутировать больше некуда.
очков у меня, тем не менее, нет. Выигрывать-то не нужно, нам нужно, чтобы собачка-то померла. Она что-то не хочет помирать. Ядерный взрыв во Швеции. Короче, так вот проиграли мы сценарий, не дождались, пока собачка там ёкнется. В общем, придется перезагружаться, наверное. Попробуем-ка мы начать игру заново. Не получается у меня это достижение, сколько бы я ни загружался с моих имеющихся сохранений. Может быть, просто это достижение является редким событием. А может быть, дело в том, что после загрузки триггеры перестают срабатывать. В общем, никто не знает, кроме разрабов, как они работают. Давайте попробуем еще раз. Сначала отсекаем сообщение об этой собачке. Вижу сообщение о собачке. Хорошо. Сейчас пока ничего не откатываю. Хер с ним, пусть как идет, так идет. Теоретически нам нужно передачу через собак, чтобы они стали уязвимы для патогена. Да и по идее просто какую-то теперь летальность небольшую. Так, вот мы пришли в США. По идее все там происходит. Это событие разворачивается. Холод. Не знаю зачем. Так, вот у нас небольшая летальность появилась. Хорошо. Теперь тупо ждем.
Пусть там мутации прут как хотят. Откатим немножко разработку лекарств. А вот и достижение. Спаси зверька. Собачка Ким Шардакьян умерла. Причина Непах. Непах – причина смерти собачки-знаменитости. Гламурные, сука, издания организуют похороны, а правительство обещают принять меры. Поздравляю, товарищи. Едем далее. Следующее достижение, которое мы попробуем получить, называется «С обезьяной по жизни», и связано оно с симианским гриппом. Насколько я понял, нам нужно начать с Гренландии, организовать здесь обезьянью колонию, и нам нужно, чтобы эта колония просуществовала до конца игры. То есть, по сути, игру нам останется выиграть. И нельзя, по-моему, обезьян отсюда перемещать никуда. Значит, я не очень хорошо помню, как вообще играть за этот патоген. Но помню кое-что, конечно. Но не очень хорошо. Так, в общем, буду я брать все подряд. Так, скомканно. По ситуации буду ориентироваться. Я надеюсь, что простой уровень сложности мне будет многое прощать. Вот у нас появились умные обезьяны. Мы сбежали из лаборатории. Так, нет, не то я взял. Нам нужны колонии. Доплыли мы до Норвегии, берем колонии, ставим здесь колонию. Хорошо. Так, из Гренландии у нас в Россию, Норвегию плавают кораблики. Вот мы туда пришли. Так, увеличим выработку ДНК колониями. Так, еще увеличим. Нужно немножко нам бомбить в заразность дальше. Давайте возьмем птичек. Они у нас неплохо через сухопутные границы-то летают и все это разносят. Так, берем самолетики. Так, самолетики вторые нужно будет обязательно взять, чтобы было меньше проблем с засушливыми странами, которые еще и, как обычно, у нас жаркие. А у нас с жаркими сейчас, в принципе, будет проблема, потому что мы начали с холодной страны. Поэтому мы еще здесь возьмем устойчивость к теплу. Устойчивость к теплу нужно брать. Таблеточки берем. Так, люди у нас хорошо пошли заражаться. Нам нужно, чтобы у нас заражались и обезьяны. Также нам нужна вот эта вот штука, чтобы была у нас межвидовая передача вируса между людьми и обезьянами. Тогда у нас появится
обезьяны в других странах, умные имеется в виду обезьяны, мы там можем построить еще всяких колоний. Как, например, здесь. Так, и появились там уже лаборатории, которые, да, вот неплохо бы начинать нам ломать всячески. Ломаем лабораторию. Так, немножко по обезьяне заразности пройдем. Так, появились ли у нас умные обезьяны здесь? Нет, колонию здесь я не могу поставить, значит, нет там умных обезьянок. Хорошо. Так, а сюда? И сюда не могу. Так, давайте по обезьяне заразности тогда дальше идти. Так, здесь нас бомбят уже, да? Тогда мы берем перемещение и валим отсюда нахер. Ломаем лабораторию. Здесь тоже ломаем. Так, собирался я брать второй воздух, и что-то до сих пор не взял. Ломаем. Так, обезьяны, валите из Китая. Еще одну лабораторию можно построить. Колонию. Лабораторию развалить. Так, где нас бомбят? США валим в Мексику. В Мексике-то хорошо. Разваливаем лабу. Так, Африка у нас плохо заражается. Нужно кровь взять. Так, где нас мочат? Из Японии валим. Кровь берем, лабу разваливаем. Так, у нас маленькая летальность, я смотрю. Нужно бы как-нибудь добавить ее. Даже не знаю чем. Почему-то эти гребаные нейросимуляции. То есть это вот эта плохая ветка, потому что люди умнеют. Но вот здесь последний симптом в этой ветке охеренно повышает заразность. Я тогда его, наверное, сейчас пока приберегу. Так, где нас бомбят-то? Я не помню, в какой стране. Где нас бомбят-то?
Африка, Африка, вот тебе комарики. Пободрее у нас в Африке пошло, пободрее. Хорошо. Твою мать, вот в какой стране ты нас бомбишь, я не пойму. В мире не осталось здоровых людей. Хорошо, берем гибель мозга. Все проблемы от мозгов. Полная замена ДНК клеток мозга вызывает бурную реакцию иммунной системы, приводящую к необратимому нарушению функций головного мозга. Хорошо, так, здесь в Индии разламываем. Ой, еще слепота вам, хорошо. Все хорошо вам. Так, перемещение немножко давайте прокачаем. Так, это Индия, да? Давайте мы в Китай сбежим из Индии. Похоже на нашу победу. Единственное, остается надеяться, что я правильно понял, как получать достижения. Начали мы с Гренландии, построили там колонию и никуда обезьян оттуда не перемещали вместе с этой колонией. Победа. Полученное достижение с обезьяной по жизни, да. Вот после победы мы его все-таки получили, значит, я все понял правильно. Последнее достижение, которое мы попробуем получить, является довольно сложным и связано опять-таки с семянским гриппом. Я, пожалуй, возьму сложный уровень. Достижение называется «Поклонник фильма». Здесь нам нужно воспроизвести сюжет фильма «Планета обезьян». Сам фильм-то я не смотрел. Что известно об этом достижении? Первое, оно довольно сложно и сразу может не получиться. В общем-то, что нам нужно сделать? Три условия известны точно. Нам нужно, чтобы все обезьянки наши поумнели. Второй момент, нужно, чтобы лекарство было изобретено. И последний момент, который точно должен выполниться. Мы должны победить и так, чтобы у нас в конце обезьян было больше, чем людей. Так, убираю я заразность полностью. Стартовать в США нужно или не нужно, неизвестно, но точно в США должны остаться живые люди, вылеченные. В общем, давайте пробовать. Короче, нужно победить так, чтобы осталось живые люди, их должно остаться меньше, и они должны быть вылечены. В общем, здесь определенные... танцы с бубном будут, чтобы... Ну, нужно контролировать будет летальность. Следить нужно будет за количеством мертвых людей, чтобы вовремя летальность откатить, дать им изготовить лекарства, потом как-то с помощью буйности обезьян все это дело... численность людей контролировать, ну и так далее. Ставим первую нашу колонию. Thank you.
Так, сколько у нас вообще обезьян-то в мире? Обезьян-то немного у нас. Смотрите. 600 там с чем-то тысяч обезьян. Значит, людей должно остаться меньше 600 тысяч. То есть я вижу реальные проблемы с этим. Нужно серьезно контролировать будет ситуацию. Поначалу изберем нашу стандартную тактику, заработаем немножко очков, оставаясь невыпаленными как можно дольше. Откатываем мутации долго и упорно. Откат-то дорогой здесь, все дороже и дороже будет. И довольно часто у нас мутации. Ставлю третью колонию, чтобы очки чаще капали нам. Так, образование я же развил. Хорошо. Сыпь откатываем. Так, развиваем заразность среди обезьян. Так, у нас 300 зараженных людей, пока нас не палят. Так, и говно следующее. Обезьянки-то у нас пришли в Бразилию, да? Давайте тогда в Бразилии колонию поставим. Так, говно. Дайте буйство брать. Так, мне есть чем откатить. Мне нечем пока откатить. Откатываю.
Сейчас перемещение выкачаем, отправим обезьянок путешествовать. Очки неплохо капают у нас с колонии. Отправим их в северное путешествие. Хорошо. Еще одно путешествие. Долгое. Сейчас они по Африке тут все соберут. Откатываем все это дело. Ставлю еще колонию. Так, нейросимуляция 3. Это уже с летальностью, да? Откат 45 очков. Ладно, в пизду, откатываем. Пока мы не готовы. Что у нас по миру? Еще остались дикие обезьяны. Да ебаная нейросимуляция 3. Ты можешь мутации куда-нибудь еще, блядь, отправлять? Ёб твою мать. Откатываем. Что у нас по миру с обезьянками? Дикие 5000. Вопрос, где они? А вот на островах вижу.
Не, ну гибель мозга это вообще пиздец. Тут летальность на максимум. Что ж ты, блядь, в эту ветку-то мутируешь, сука, блядь? Блядь, 100 очков откат. Япония, Филиппины, Новая Гвинея. Хорошо. Да ёб твою мать! Чё, издеваешься, блядь, сука, некуда мутировать тебе? Все обезьяны у нас поумнели. Откуда-то мертвых у нас 7000 обезьян, непонятно. Так, я не понял, нас спалили, не спалили. Вроде пока лекарства не делают. Последнюю колонию ставлю. Так, теперь копим очки. Что мы из у обезьянок-то не развили? Так, вот эту веточку докачаем. Можно вот это взять. Так, обезьянки развиты у нас. Откатываем все. Теперь развиваем нашу болезнь. Главное, чтобы сейчас гибель мозга опять не вперлась нам. Так, комбы всякие у нас открываются. Так, разобьем-ка мы здесь то, что не касается у нас заразности. Что-то все дорого-то. Заболел президент США. Ну что-то у нас много-то зараженных, хотя заразность на нуле. Так, 22 очка уже обычный откат. Thank you.
агрессивная перестановка, 73 очка. Вот это цены. Походу нужно было уровень сложности-то брать какой-нибудь попроще, хотя бы средний. Здесь в США прет заражение дико. Президент. Так, в принципе, все у нас. Обезьянки прокачаны. Блок лекарств прокачан. Устойчивость к теплу, холоду. Надеюсь, первых умений нам хватит здесь. Можно теперь начинать бомбить. Сейчас очков немножко скопим, сколько сможем. Погодите, день осведомленности о нашей болезни. Чё за херня? Похоже, я не знаю, нас уже спалили. Потому что разработки лекарства я не вижу. А, нет, вижу. Давайте сохранимся здесь. Дело. Теперь пусть пруд, главное, чтобы гибель мозга не вперлась раньше времени. Так, лаборатория. Уничтожаем. Пойму, какую страну ты бомбишь, блядь? Тут что, обезьян нет? Тут нет обезьян. Не знаю, что он бомбит. Да опять, блядь, в какой ты стране-то, ёбаный в рот, это лаборатория. Чё-то север плохо заражается. Бодрим их легочными заболеваниями и устойчивостью к морозу. Thank you.
бельмозга мутировал, но хер с ним, пусть будет. Сейчас пройдусь теперь по жарким странам, что тут нихера Африка не заражается. В Канаде умирают быстро, и хер с ним. Вот кома хорошо. Так, а тут нет обезьян, да? Блять. Взяли, переехали. Так, валим из Англии. Так, что у нас по миру? Еще много людей живо. Так, летальность неплохая, я смотрю, можно добавить ее немножко вот так вот, менингитом. Откатываем менингит. Давайте еще раз сохранюсь. Следить, чтобы США не вымерло. Так, 150 миллионов у нас людей в живых. Следим за США, чтобы здесь остались хотя бы несколько живых людей. А затем откатим вот эти вот умения. И тогда лекарство сразу будет готово. План такой. Всего 40. Все равно много людей живы еще. Проблема в том, что обезьян-то мало всего у нас. 600 тысяч обезьян всего. И нужно, чтобы людей осталось еще меньше. Так, 5 миллионов людей. Два миллиона.
еще раз сохранюсь. Так, хорошо, давайте здесь притормозим. Откатим блок разработки лекарства. Также мы откатим летальные наши симптомы. Так, вот у нас лекарство готово. Так, здоровых 34 600. Так, 83 000. Так, а в чем дело-то? Почему здоровых людей уменьшается? Вот в США 13 000 здоровых. В мире 514 000 здоровых. Давайте-ка начнем нашими обезьянками всюду буянить. 607 тысяч здоровых. Буяним. Так, здоровый в Китае 400 тысяч. Я не пойму единственное буйство. А, вот, получено достижение поклонник фильма. Да, вот здесь был очень тонкий момент. Нужно, в общем, нам буйством было обезьяним доводить количество людей, чтобы их было меньше, чем обезьян. Вот так вот. То есть, такое у нас довольно сложное достижение. Нужно вот балансировать вот этой вот летальностью. Достаточно сложно, чтобы в итоге у нас были здоровые люди, вылечившиеся, но чтобы их осталось меньше, чем обезьян. А поскольку обезьян изначально всего мало, 600 тысяч это мало. Вот такие вот танцы с бубнами. Ну что ж, товарищи, поздравляю всех с этим сложным достижением. На этот выпуск, наверное, достижений хватит. Всем спасибо за просмотр.